Коврик с бортиками, лисичка и ее друзья от Roxy Kids. Это комплекс из манежа и игрушек, которые способствуют развитию внимания, слуховых и тактильных ощущений ребенка. Есть три варианта его использования. Это может быть обычный коврик с развивающими элементами, погремушкой, зеркальцем и пищалкой. Опция без бортов обеспечивает внушительный размер – 106 на 96 сантиметров. Отличное поле, чтобы ребенок учился ползать. Поднимаете борта, получается своеобразный манеж, в котором малыш может безопасно проводить время. Ну а если прикрепить дуги, ваш карапуз попадает в удивительный мир пищалок, шуршалок и гремелок. Кроме того, все элементы созданы из разнофактурной ткани, что развивает тактильное восприятие малыша. Для самых любопытных есть зеркальце, а для любителей все грызть – яркие прорезыватели. С таким ковриком можно не переживать, что малыш заскучает во время игры. Развивающие элементы найдутся на любой вкус.